Иркутская область переживает вторую волну паводков из-за проливных дождей. В реках растет уровень воды. Во вторник на реке Ия в районе города Тулум вода поднялась до 11 с лишним метров при критической отметке в 7. Спасатели МЧС России прибыли в Тулум с тем, чтобы обеспечить жителей предметами и продуктами первой необходимости. Сообщается, что на этот раз стихия затронула 20 населенных пунктов. Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение метеоситуации и ждут, что уровень воды в реках еще поднимется. В результате паводка на реках Амур, Зея и Бурея происходит подтопление населенных пунктов по меньшей мере в 7 районах Амурской области. Из берегов выходят реки Кия и Уда. Из опасных мест спасатели эвакуировали свыше 2000 человек. Продолжается оказание адресной и психологической помощи населению. Всего к ликвидации последствий паводка привлечены 826 человек, 174 единицы техники, 30 плавсредств. Еще одна напасть, с которой приходится бороться лесные пожары. Жители Сибири и соседних регионов требуют от властей принимать более активные меры для тушения огня. Министр природных ресурсов и экологии по поручению Кабмина вылетает в Сибирь, чтобы лично проконтролировать ситуацию.